Блогер неделю питался в Макдональдсе и похудел. Видеоблогер из Великобритании Майк Джевонс, Микки Джевонс, потерял несколько килограммов, питаясь только в Макдональдсе. Об этом сообщает Хесун. Мужчина решил повторить эксперимент автора фильма «Двойная порция» Моргана Спирлока, который месяц питался только фастфудом, после чего вес режиссера увеличился на 13%. Джевонс решил контролировать количество потребляемых калорий, жира и соли. Мужчина хотел понять, можно ли нормально питаться в Макдональдсе и при этом соблюдать сбалансированную диету. На третий день у 33-летнего блогера начались проблемы с желудком. Ему приходилось употреблять слишком много жира, и проблема усугублялась низкокалорийными газированными напитками. В конце недели он чувствовал себя ужасно вялым. На последний день эксперимента Джевонс понял, что мечтает о здоровой пище, которую готовила его жена. В начале эксперимента он весил 98,4 килограмма, а спустя 7 дней 96,2 килограмма. Таким образом, мужчина похудел на 2,2 килограмма. Подписчики предложили Джевонсу посидеть на подобной диете еще месяц, однако тот отказался, отметив, что не хочет приближаться к бургерам в обозримом будущем. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.